sog'lom turmush tarzi tarafdorimisiz? To'g'ri ovqatlanishni o'rganmoqchimisiz? Unday bo'lsa, foydali nonushta loyihasi siz uchun. Barcha-barchaga xayrli tong. Sog'lom turmush tarzi targ'ibotchilari nutritsiolog Alisa Qurbanova va men Muzifa Sultanova foydali nonushta loyihasida yana bir bor siz bilan birga. Assalomu alaykum, Alisa. Va alaykum assalom, Muzifachka. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас очень интересное, вкусное, такое бодрое утро будет вместе с нашим завтраком, и это будет творожный мусс, который мы можем есть не только на завтрак, но и на перекусы. Біздің бүгін нонұштамыз тварокли мұз дейләді. Мұз оны қандай қылып фараз қылсы болады. Бұл құдды бір кремге, еке құйылдырылған қаймаққа оқшанған, бір десерт кем оқшанған нәрсі болады. Ну, можно сказать, ПП-десерт. Болды. Да. Шындым. Болмасы, біздің масалықларымыздан бүгін тварок, қаттық еке сұзымы болышы мүмкін, еке йогурт, фақат шәкерсіз, шынды дорчен күкіні, ва бізді бүгін какао күкіні. Какао, очень полезная штука, между прочим. Наш сегодняшний завтрак будет весить примерно 380 килокалорий за счет того, что у нас очень калорийная, здесь именно идет финики, вот хурма. Вот, шынды ман сіздан сұрамақшы едім, хурманы нама қыламыз біз бүгін? Мы будем ее добавлять в наш потрясающий полезный десерт или завтрак, как вы хотите, так и называйте. Сейчас мы будем перемешивать все эти ингредиенты, которые вы сейчас перечислили. Демек, бүгінге файдалы нонуштамыз бір порциясы 380 калория тәшкіл етеді. Бұл хурманы барлығы үшін. Демек, 4-ті хурма. Да, это на 2 порции мы сейчас. Для вас и для меня, вот конечно же. Да? Я добавляю без косточек 4 финика. Я могу их пробить? Болды. Майдаленген хурмоймыз тайор болды. Оннан кейін немелер соламыз? Да, я немного пробила, потому что он будет иначе утяжелять все наши процессы производственные. Теперь я добавляю творога. Нече грамм творог біз? 200 грамм на наши 2 порции. 200 грамм творог, 2 порцияге етерлі болады, ва біз қаттық соль ябымыз. Здесь 150 грамм, ну, около 200 грамм на 2 порции мы делаем катык. Ну, если говорить иностранным языком, это йогурт классический, но для нас, для нашего менталитета, для наших привычных ушей, это катык, самый настоящий, или простокваша. Значит, я добавляю примерно 1 чайную, да? Можно? Да, мархамай. Чтобы я на глаз не делала. Какао кукуны. Здесь вот она немного меньше, чем чайная ложка, поэтому я 2 такие вот ложечки добавляю. Маленько болелар джудеем яшкорб еды буны. Да, они же это будут шоколадный думать, что это шоколадный. Вы уже чувствуете, да, этот шоколадный запах? Ну и можно еще ложечку, да. Мы здесь уже, это на ваше усмотрение, то есть мы говорим о полезности, поэтому я добавляю 2 ложки льняных семян и 2 ложки тыквенных семечек. Как вы относитесь, Музифа, к корице? Итак, если ваши дети или ваша семья не предпочитают корицу, мы можем обойтись без нее. Но так как мы с вами любим ее, поэтому мы вот буквально на кончике ложки добавляем эту корицу. Итак, все это мы сейчас перемешали и пойдем делать волшебство. Барча масалықларыны бір идешке қошып, енді яқшылап араластырылады. Демек, нонұштамыз қазір тайор болды. Чүнке идеш көрдім, қазір бұларге құйып, істем ол қысек болады. Да, мы сейчас это сделаем. Смотрите, консистенция как у каши, да? Ботқаге оқшап, құйы құраған болды бұл. Мархамат. Азизлер, нонуштамыз тайор болды. Бір чыралы
Ботка болды, хуазыр, леки мазасын татып көрамыз. Да, мы сейчас это обязательно попробуем, только я хочу немного рассказать. Если вы хотите использовать это как в качестве каких-либо перекусов, утренних или дневных, то вы можете предварительно его немного подержать в холодильнике. Он будет таким неким вкусом мороженого. Будем есть и думать, что мы едим мороженое. И еще большое преимущество у этого завтрака, как мама, я всегда думаю о том, чем же накормить своих детей. И очень часто наши дети не любят и каши, не любят у нас... Творком я аж кормить. Совсем не любят творог, да? Поэтому здесь мы можем вот в таком именно виде подать это блюдо, и детки наши будут кушать с большим удовольствием. Біз құлыпнай хам куштик, енді озгені қолды, хозы құлыпнай, ва бізні диярымызды деге хыл-махыл меваларны мавсуму башланады, шынге өзенгізні ижадкарлығыңызге бағлық болады. Бұл нәрсі ижад қылин, ашқаныды, хеч қачан есенгізден чықармейн. Пробуем? Да, пожалуйста, давайте попробуем. Я уже в предвкушении. Жүдем юмшаққыны маңын чүгеді. Просто безумно вкусно. Очень вкусно. Шакер керекмес, чүнке бұйырды хурма бар. Шуны шакер озы маңын жетарлы болады. У фиников есть такая особенность... давать очень хороший насыщенный вкус, но у фиников есть и противопоказания. Если люди, у которых есть инсулинорезистентность, или люди, которые страдают сахарным диабетом, то, конечно же, это противопоказано. Но большой плюс у этого завтрака в преддвериях Рамадана, я думаю, что это очень хороший насыщенный завтрак для наших дорогих. Рамазан вақтыды, яхш көріп истеймал қылынадыген хурмаймыз бу нануштамызды бар. Ва есімізден чықармеймыз, қаршы көрсетмалары бар. Албатты, о хақты шпоқарлардан маслахат алып истеймал қылын. Нануштамызны маслахат берамыз дәуіліп көршіңгізні, сауғам тұрмыш тарзыны тәнлей. Ва кенгі нануштыды көрш күнче қайырмыз. Всего доброго!